Экономика в Черемховском районе растет, муниципалитет активно участвует в развитии региона. Здесь реализуют 3 инвестиционных проекта по добыче полезных ископаемых, решают вопросы занятости населения через предоставление социальных контрактов на развитие личных подсобных хозяйств. Но межбюджетным отношениям в регионе нужна перезагрузка. С этих слов открывает совещание председатель правительства при Ангаре Константин Зайцев. Нужно выявить финансовую проблематику, сбалансировать бюджеты. За последние годы появились новые полномочия как у муниципальных образований у района, так новые полномочия появились у муниципальных поселений. Но финансирование, к сожалению, пока осталось на прежнем уровне. Соответственно, мы через новые полномочия должны перезагрузить систему. И вот одно из направлений. Михайловскому муниципальному образованию из бюджета региона выделили более 8 миллионов рублей на капитальный ремонт инженерных сетей. К работам приступят сразу, как завершится отопительный сезон. В обновлении нуждается и котельная. В программу модернизации включена установка 2 котлов, реконструкции здания и, конечно, новое оборудование. Капремонт нужен и участковой больнице в Михайловке. Медучреждение 1975 года постройки. И с того времени глобальных работ здесь не проводили. Условия там, можно сказать, сейчас не соответствуют действительности, да, тем требованиям, которые сейчас есть. И нужно, чтобы выделили Министерство здравоохранения средства на капитальный ремонт, на проектирование, да, и дальнейший капитальный ремонт. Надеемся, что тоже это у нас мероприятие пройдет. Будут искать решения и для Дома культуры в Михайловке. Больше 200 детей занимаются в стесненных условиях. И чтобы снять этот проблемный вопрос, либо приобретут более подходящее здание в собственность, либо обновят полностью существующий объект. Правительство региона, по словам премьера, финансово поможет муниципалитету. Мадина Халикова, новости сейчас.